В День молодежи 29 июня во Владимире пройдет большой фестиваль уличной музыки. Площадка – привычная театральная площадь. И в этом году желающих выступить на ней набралось очень много. Кого из гостей ждут на фестивале, рассказали сами организаторы. Группа «Бесконечная история» и городской комитет по делам молодежи. Сделать фестиваль уличной музыки двухдневным организаторы решили буквально за пару минут до пресс-конференции. Стало очевидно, 40 участников уместить в один день будет сложновато. Ну а в двухдневном формате музыкантам дадут разгуляться. Главное, чтобы музыка звучала нон-стоп, без пауз на подключение аппаратуры. Это по 20 групп в день, это значит по 5-6 песен. Это уже что-то, да, для улицы. Они успеют за первую песню услышать, звучат они или нет. Вторую песню они начнут разыгрываться, в третью они начнут долбанить, а потом уже понесется. Мероприятие поистине необыкновенное для нашей области. Кто-то сравнивает с Вудстоком, кто-то сравнивает с другими фестивалями, которые проходят и на территории России, и на территории других стран. Наверное, такие традиции хорошие мы позаимствовали. Стили, как и раньше, будут самые разные. Рок, фолк, рок-н-ролл, панк и даже бардовская песня. Критерии отбора минимальные. Выступления бесплатные, без мата, нацизма и политической агитации. Среди участников «Бумшейкер», «Кремация Бонифация», «Баранки Гну», «Гуси». Впервые приедут группы из соседних регионов. Ивановская «Энтова Купель» и коллектив из Костромы. Впервые, наверное, у нас на фестивале, вот третий год, у нас приезжает хор. Это что-то надо будет, это надо посмотреть, надо будет. Рожечный хор. Рожечный, тем более, хор да. И рожечный. Это что-то новое. Может быть, у нас и потом и русские хоры появятся, кто его знает. Еще один участник фестиваля – «Небо номер 9». На счету ребят два альбома, и они теперь на расхват. После выступления на театралке музыканты отправятся в Загородный, где владимирцы будут праздновать День молодежи. Крылья цвета солнца, крылья цвета звезд, о чем мечтает каждый встречный бесконечный круг, рвется. Подробная программа фестиваля «Ближе к делу» появится на афишах ВКонтакте и на сайте Век.ру. Вместе с музыкантами на театральной площади будут художники, а неподалеку пройдет турнир по быстрым шахматам. Такой вот занятный симбиоз. Ну а мечта организаторов – на следующий год пригласить на фестиваль еще и уличных танцоров. Их во Владимире море и собрать всех вместе было бы интересно.